Очередной случай нечеловеческой жестокости по отношению к братьям нашим меньшим произошел под Иркутском. В одном из дачных поселков автомобилист переехал собаку. Шокирующий инцидент попал на видео. Следующие кадры не для слабонервных, поэтому впечатлительным рекомендуем смотреть материал с осторожностью. На кадрах видно, как автомобиль переезжает собаку, и водитель, даже не притормозив, покидает поле зрения камеры. После такого пес каким-то чудом отбежал с дороги. Однако, по неподтвержденной информации, после инцидента животное погибло. Произошел наезд случайно или специально, пока неизвестно. Полицейские проводят проверку и ищут водителя. Похожий случай не так давно произошел в регионе. В октябре прошлого года в Иркутском районе автомобилист переехал собаку. По его словам, хотел напугать, но давить не собирался. Пострадавшего домашнего пса владельцам пришлось усыпить. Травмы были несовместимы с жизнью. В настоящий момент дознавателям активно расследуется уголовное дело, которое в ближайшее время планируется передаваться в суд. Статистика показывает, что в органы внутренних дел Иркутской области за год поступает менее 10 обращений граждан по факту жестокого обращения с животными. Такие случаи всегда находятся на контроле сотрудников полиции.